Пора весенних каникул для анапских школьников может пройти интересно и с пользой. 24 марта стартует неделя «Культура детям». Какие мероприятия для ребят пройдут на курорте, нашему телеканалу рассказала начальник управления культуры Марина Мельникова. Мы живем в удивительном городе, детском курорте, поэтому всегда нашими учреждениями культуры уделяется особое внимание организации именно отдыха детей в период, в том числе и каникул летних, зимних, осенних, весенних. В этом году с 24 марта по 1 апреля у нас предусмотрена также ежегодная неделя культуры детям. Мероприятия, насыщенные в рамках этой недели, мы предусмотрели различные формы организации этих мероприятий. Это библиотечные мероприятия. Все анапские библиотеки будут работать для детей и готовить индивидуальные, интересные, очень познавательные мероприятия, посвященные в том числе году российского кино, году Греции в России, России в Греции. Развлекательные, познавательные, тематические. Наших детей ждут встречи с писателями, поэтами, кинопоказы. Очень увлекательные, интересные мероприятия. Стараемся максимально охватить различные возрастные категории детей и увлечь их разными по формам мероприятиями.